маринуем курочку. У меня это окорочка и крылья. На окорочках делаем разрезы, чтобы хорошо мариновалось. К мясу добавляем соль, паприку, орегано, пожитник. Хорошо натираем. Оставляем мариноваться на полчаса, можно и дольше. На дно формы выкладываем спаржу, а сверху курицу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку запекаться. При температуре 180 градусов 40 минут. Убираем фольгу и готовим до румяной корочки. Наше вкусное блюдо готово.